Как говорится, Камри 3.5, цените мать. Уф, что делает? Что он делает? Здравствуйте, ребят, всем. Всем привет, с вами, как всегда, я, Лёх, мой канал Hard Games, и мы сегодня с вами дневной стрим. Дневной стрим, мои хорошие, полон сил после Сочи, я повторюсь, просто пушка-гонка, ёпта, я не знаю, просто невероятное количество сил у меня после поездки в Сочи. Это значит что? Что надо по первой ссылочке просто уебать, и чтобы Алексей снова поехал в Сочи. Да, что с губами? Простуд, ребят, простуд. Не переживайте, это никто мне на рот не наспускал. Шутки про это сегодня отменяются. Да, как-то так. Вот, значит, захожу я в Darkest Dungeon. Если честно, одной из самых обидных вообще тем... Потому что, блядь, игра в свое время дико зашла, я никак не знаю, каким хером мы ее похерили. Я вам серьезно говорю, потому что она прямо, она была, блядь. Это же просто, это я не знаю, это надо, знаешь, будет громкое название написать, там, убийца, я не знаю, там, убийца Диабло. Короче, все что угодно, сука, она реально хардкорная, она реально про Майнкрафт. И это круто, это здорово, так что не забывай ставить лайк, подписываться на канал. Ну и, собственно, мы... Так вот... Magic. Bitch. Так, мы начинаем. Начнется. Так, дайте-ка я вот эту штуку вот сюда вот так вот. Воткну. Так, все, погнали. Значит. Так, у вас, я надеюсь, видно. Все видно, все хорошо. Ничего не видно, ничего хорошего. Так, сейчас, секунду, давайте я что-нибудь... Слушайте, подождите, может вообще ваши треки? Слушай, можно вообще ваши треки, да, типа, пусть так оно и будет. Так, смена героя. Так, давайте быстро создадим. Кстати, я не знаю, куда мой тот герой похерился, но его, короче, нет. Либо сезоны какие-то у этой игрухи, либо... Слушайте, а реально, а где? А где? Где реально вот это вот, вот реально, нереально? Где это все? Кто-нибудь шарит? Помните, у меня был 100%, короче, этот... У меня был 100%, короче... Слушайте, у меня реально ведь... У меня был... Была эта канитель. Был персонаж. А где... А где персонаж? Где? Вычеркиваем нахуй. Так, что мы делаем? Значит, во-первых, мы... предлагаю сменить скин. Давайте изготовим. Ну, как всегда, в любом РПГшке или в чем угодно, все нормальные пацаны играют за тянок. 100%. Вот желательно, да, вот за такую, не такая страшная. Да, давайте вот за такую тянку, потому что, просто потому что вот оно и все, как бы, да, как говорится. Так что, поехали. У нас с вами, кстати... Блять, здесь сезоны есть. Что? Они добавили сезоны, блять. Что это такое? Они, короче, добавили, мать его, сезоны. Это вообще жесть. Это понимаете? Я типа хз. Я типа хз, почему на эту игру все забили болт? They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Как это работает? Make haste. The villagers have need of you. Короче, это знаете, это что-то типа... Это Майнкрафт, но это Диабло, это... Это, короче, вот вы поняли, что это. Так, и надо звук, да, немножечко потише сделать, потому что что-то прям по ушам шандарашит. Я так думаю, мы вот так вот с вами сделаем. Да, давайте даже вот так вот. Я думаю, нормально будет. Чаечка. Так, применить, поехали. Я, прикинь, я, короче... куда у меня мой перс делся? Кто-нибудь шарит за это? Куда-то ведь мой перс, он отлетел. Прикинь. У меня реально был перс. Здесь реально, ребят, куча доспехов разных, сетов, еще чего-то. Поэтому будем с вами все изучать.
Потому что в тот раз я засел, и я просто с открытым ртом сидел, смотрел. Кстати, предыдущий стрим набрал, если я не ошибаюсь, 30 или под 40 тысяч лосей, по-моему. Так что как-то так. На Ай у нас инвентарь, кстати, с вами. Так, у меня теперь единственный вопрос. А, вот стрелы. Ай. Бля, дурак. Лови аптечку. Ай-яй-яй, блядь. Да, сердечко, кстати, тоже как бы не бесконечное. Такая же карта, кстати, открывается, вы можете заметить. И очень много всяких секретов. Очень много. Короче, куда-то можно зайти, что-то залутать. Какой-то супер сундук, еще какая-то херня. Короче, все это присутствует в этой игре, что, конечно же, не может нас не радовать. Поэтому предлагаю, ребят, погрузиться в мир этой игрушечки. И я так думаю, что зайдем сейчас, будет просто разрыв, так скажем. Вот, ну а ты, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал. И там все полезные ссылки найдешь тоже в описании. У меня есть дикое желание. Кстати, вы не помните, как здесь идет этот... Это типа обучение сейчас. Как здесь идет сложность? Как сложность выбирается? Бля, я не помню. Кристаллики — это валюта, кстати. Вот бэд. Тоже, как видите, ауры разные накладываются. То есть хлебушек подобрал там одно, это другое. Короче, здесь вот прям полноценное... Ну, полноценное что-то типа... Наверное, Диабло. Да, наверное, что-то ближе к Диабло. Причем графоний, он настолько приятный. Я не знаю, я играю, мне как-то вот прям по кайфу. Игрушка, кстати, старенькая. Не помню, какого года. Но... Ля, черт. Ля. О, дурак. Не понял. Не понял. Легчайше. Так, наложение чар. Второй уровень. По-моему, здесь даже скиллы какие-то есть. Выберите предмет. Выбрал. А, ну и, соответственно, кстати, каждый... Да, еще предмет можно затачивать. Во. Так, на что мы с вами затачивали? Несколько стрел. Этот не то. Во. Легчайше. Так. Так, кстати, надо бы его назад поставить. Так. Игруха очень приятная. Ты знаешь, я, наверное, бы вот малому дал в нее поиграть именно на тот момент, когда вот, ну, вот именно, вот, знаешь, как приобщение к играм вот этого жанра подобного. Потому что, ну, нет ничего лишнего. А как в сундук попасть? А, падение здесь, да, кстати, за смерть не считаются. У тебя просто, типа, хп отнимаются. Так что ничего у вас не получится. А, подожди, наверное, на ракетке, что ли? Бля, как туда? А, здесь же прыжки еще есть. Точно. Вспомнил. Изи. Все, вспомнил. Здесь же еще прыгать можно, манситься. Так что как-то так. Хера себе, блядь. Бывает. Я помню, Да, я вообще настроен, чтобы ее до конца пройти, потому что нужно посмотреть всех боссов. Слушайте, а вот здесь, кстати, что-то... Что-то какая-то тема. Может быть, кстати, здесь как-то прыгать надо или бить. Ладно, окей. Потому что в тот раз, да, вы столько понаписали в комментариях всяких секретов, всяких приколов этой игры. То есть я, ну, думал, в нее толком никто не играет. А оказывается, нет. Оказывается, в нее люди гамуют. Я вот не знаю, в пати можно играть или нет, но, по-моему, да. По-моему, можно. Ага. То есть здесь до конца, получается, нельзя.
Короче, погнали по основным миссиям. По поводу этих, как они называются? По поводу... По поводу уровня сложности. По поводу уровня сложности, если честно, я не помню, как мы меняли. То есть как-то, короче, можно было. Можно в пати, да, кстати. Игра очень атмосферная, но она такая, да, она типа позалипать, почилить очень хорошо заходит. И здесь выбор миссии. Надо просто понять, куда дальше пойдем. Ну, я так думаю, просто... А, типа вот он. Типа это дефолт, потом приключение, потом... Как он называется? Брон, я не знаю почему. Может быть, не заказал. Типа... А, короче, нам нужно убить босса. Все, хорошо, хорошо. Ну, значит, погнали сюда. Причем, смотрите, ничего вообще, ничего нет. А вот! Вот оно где. Вот мы где. Это вы поняли? Это истязание. В этом. Типа как в Диабло истязание. Поняли? То есть, смотри. Мощь снаряжения, артефакт, уровень сложности. Ну, я не знаю, я типа ставлю на полный. Насколько мне возможно. И ставлю начать миссию. Может быть, кстати, даже дроп какой-то очень вкусный упадет. Блин, леса криперов, вот эти вот писюны ходячие, надо их с ними очень аккуратно. Погнали. Что это был за звук? Можно поднять после победы, была... Да не, это уж я понял, там написано же даже. О как! Аж так. Слушай, ну попробуем после убийства босса. Посмотрим, докуда наша девочка дойдет. Ёб твою мать, а откуда мобов-то столько? Эть! Опа, смотри! Давай, моя хорошая, давай. Ой-ой. А чё так больно? Бля, там кто-то деревянный ходит. То есть вы видите, да, про что я и говорил? То есть тот, кто думает, что игруха мега легкая, ничего подобного. Хорошо. Так. Что-то мы с тобой выбили. Доспех охотника. Доспех охотника не самый красивый в мире, но... Ага, сет. Сет из трех вещей, короче. Стрела, плюс 10 здоровья дает. Ну, давайте. Давайте, почему нет? Изи. Кстати, в тот раз мы с вами каким-то макаром выбили шлем охотника. Слушай, ну доспех, наверное, в любом случае лучше, чем шлем. Типа, ну, это логично. Как по мне. Что бы вы выбрали? Шлем или броню? Ну хотя, наверное, смотря какие бонусы дают. В таких играх это так работает. Слушайте, с ними особо не поразмениваешься. Они довольно такие... Довольно жесткие ребята. Так. Так, караван мы освободили. Пока зелье работает, можно грязь здесь сделать. Ну-ка. Блин, нет ничего. Удочку поставь на двойку. Но я типа не пользуюсь. Зачем она? Себе притягивать я не вижу смысла. Блин, под мощью, короче, он вообще грязь делает, реально. Так, давай налево сходим. Ой-ей. Надо, короче, как-то стрелы лутать. Но стрелы, по-моему, только с лучников лутаются. Они, знаешь, вроде такие... Вроде бы лайтовые. А потом вот так смотришь, они бам-бам-бам-бам. И хп-то как-то улетает.
Спасибо, девочка. Может быть, сегодня вечером. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Ой-ой. Кнопочка. Что за кнопка? Что это такое? Так, куда-то проход открыли. О! Изи стрелы. Мне только интересно, где полоска опыта. А, вот она идет. Внизу вижу. Все вижу. Так, проверяем. Может, какой-нибудь сундук. О! Хорош. Так, нам бы прокачать... что тут есть? При активации любого артефакта ваша скорость передвижения возрастает. Либо... Кстати, двухслотовый, видите, всего. Две ячейки. А может быть вообще, по-моему, четыре или... Ну, просто неимоверное количество. Каждые 0,5 секунд наносит урон врагам поблизости. Пожалуй, я пока воздержусь. Кстати, а в мече что есть? Победа над монстром позволяет вам восстановить немного здоровья. Я предлагаю меч попытаться хороший найти. Рарность вещей, кстати, я не помню, как они по рарности. То есть по рарности, по-моему, тоже есть синие какие-то вещи, еще что-то. Где старый перс, я не знаю, куда его похерил. Я правда вам говорю, я... ХЗ. Да и ничего страшного, я думаю, многим будет интересно. И мне вообще интересно. Я сегодня себя кое-как, на самом деле, ребят, переборол, чтобы в бой не залететь. Погоди, а как здесь открыть? О, как. А чё за прикол? Просто стенкой, что ли, закрыто? Ну, я не могу не перепрыгнуть, ничего. Да я вообще что-то в последнее время подсел, на самом деле, на такие игрухи, потому что, ну, они дико вообще засасывают. Слушайте, а здесь нет прохода, ребят. Походу, дело придется этот. Как, а как разобрать? Разобрать я не знаю, как вещь. Но пока у меня не видно, как разобрать. А, свиток в центре я пропустил. Сейчас мы маленько научимся. Ах, вот, ну, ну естественно. Здорово. Здорово. Где-то дернули сундучок. Я понял. Кто сразу смотрел стримы по Диабло? Блин, и еще одни доспехи охотника упали. Да ладно. Да ладно. Такие же, что ли? А нет. Здесь зелененькие. А здесь обычные. Ха. Но по факту я не вижу, что они дают. Они, причем, ну, что зеленые, что эти, вроде бы одно и то же, но здесь другие скиллы. Например, кувырок вот ускоряет. Слушайте-ка, а эти получше, братцы? Я, пожалуй, вот эти вот одену. Ну, зеленые, не зеленые, но мне вот эти вот понравились. Смотри, то есть, получается, мы делаем кувырок, и раз, ускорение. Плюс мобильность, почему нет? Плюс, да, плюс еще и 9 брони. Не понял. Да ладно. А, это, наверное, из-за того, что мы с вами уровень сложности, да, поставили такой? Доспехи волка. А, это на башку, что ли, одевается? Или куда? А, это типа сет целиком одеваешь. А? Слушайте, но... Типа... Говно, господа. Ауф, кстати, да. Это у нас, считай, теперь постоянное ускорение есть. Вообще найс просто. Так, нам надо как-то стрельбу усилить. Ой-ой. Не надо. Хорошо. С этими надо прям очень аккуратно. Не шутя, ёпта.
Блин, она дико интересная игруха. Ай-яй-яй! Надо. Ага. Проверяй, замансил. Все, да. Все, да, господа. Так, давайте сюда пройдем. Может быть, какие-то секреты, может быть, какие-то ништяки лежат. А, яблочко вижу. Плюс хп, не, нет, ничего. Пусто. Карта, я говорю, под копирку сделана с D3. Просто под копирку. За сколько можно купить игру, я не знаю. В этом у меня игрушка это, как ее... Microsoft Store. О, как. Microsoft Store называется. Так. Легчайше. Еще одни доспехи. Артем, спасибо огромное. Чего? Шанс вызвать пчелу при кувырке. Количество присоединенных к вам пчел до 3. Ты пчелок уважаешь, нет? Погодите, а чтоб разобрать доспех? Допустим, вот я старый хочу разобрать. И типа мне за них еще и кристаллы дают. Слушай, вот это вот вообще имба просто. Че это за прикол с пчелами? Лё, блядь! Лё! Так, а ну-ка, фас! Нихера тебе! Лё, блядь! Это я пчеловод, получается. Вовремя я, кстати, подобрал. Нихера себе. Вот это сразу видно, пацан пчелок уважает. Пчелиный кувырок. Ну там шанс, видишь, есть. То есть не стопроцентная вероятность, что ты бог. Нам что, плохо, что ли, с тобой, правильно? Лё. Их до 3 штук, и они, короче, со временем исчезают. Ну и ладно. Мы вообще, по-моему, не расстроимся. На самом-то деле. Хай! Так. Кувырок. Пчела. Укуси меня, пчела. Чуть такое. А, типа я бросить могу? Сейчас кого-нибудь накурим. Лови аптечка, брат. Нихера себе. Понимаю. Что это такое? Ёб твою мать, это... Не надо! Не надо! Охренеть! Вот это сейчас вообще просто крепота была, реально. Так, у нас с вами выбили зеленый топор. Кратковременно скопировать, сковать цепи, обезвиживать группу мобов. Вот такое. Во! Вот это вот хочу. Чаще. Охренеть. Слушай, подожди, а вот это что за тема? А?
Деревенский торговец, кстати. А, плюс NPC, короче, слышишь, у нас теперь будет. Короче, это, слушайте, надо везде все проверять. Нужно везде бегать, прыгать и проверять. Потому что мы по карте можем собрать, я так понял, каких-то NPC-шек. И это круто. Так, мы с вами пошли сейчас вот в эту сторону. Вправо, да? У нас еще в центре, кстати, есть проход. Так, давайте посмотрим. Так, мне нужна мобильность. Мне нужна какая-то скорость передвижения. На самом деле, вот при кувырке это была очень хорошая идея. Надо за этим смотреть, который взрывается. Молния вообще имба, по-моему. Урон просто теперь колоссальный, ребят. Бля, крипер! Бан. С овечек, кстати, эти достаешь, как их? ХПшки, так что овечки вообще мастер. Короче, об овечек мы хилимся. Ой, бля. Блять, этот вообще просто дико имбовый. Топор. Билд, я не знаю, наверное, сделаю. Не, лука, кстати, нормально контур. Не, лук вообще отлично работает по этим. Особенно по тем, кто любит вот эти взрываться, типы. Так. Ай, бля. Слушайте, ну я еще даже ни разу не умер, кстати. На удивление. Так. Даже здесь по прямой. Ай-яй-яй-яй-яй. Не понял. Ты мне пчел давай тут. Бля, черт, убегает еще. Бля, лук нужен. Пацаны, дайте лук по-братски. Тихо-т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 ихо, овечка. Овечка, говорю. Бля, хп нет. Что-то нашел. Дели силы. Все, поехали. Смерть. Тушим. А, ну еще и цепью молнии бьет. Понимаю. 15 секунд. Все, всех надо здесь успеть. Вот здесь. Прям куча вас. Ой, хорошо. Легчайше просто. Так, надо здесь зачекать. Там вот какой-то проход. Сбоку. Понимать бы, что это еще? Слушайте, против лучников особо так не повоюешь. Бля, пчелки контрят. Вообще шикарно. Так. А что вот это за мост был? На него типа можно ли вообще? Что это за мост? Вот это что такое? Что за прикол? Вы думаете, он просто так? Что-то я прям не уверен в этом. Ты кто? А, понял, принял. Спасибо, Джуля. Спасибо большое. Спасибо, мои хорошие. Слушайте, я предлагаю сейчас, наверное, вернуться. У нас там с вами остался один проход. И причем в проходе может быть
что-то очень вкусное, интересное. Поэтому я, наверное, вернусь. Он здесь, видишь, в центре осталось неизученным. Я думаю, надо сгонять. Ага, найс. А как туда? Не понял. А, по кругу типа? Сундук, да и ничего страшного. Я, ребят, все же тоже не увидишь. Так. Такс, а где же здесь... Где-то вот здесь вот, вот он этот проход. Просто понимаешь, а вдруг там какой-нибудь трейдер или еще что-нибудь, да, интересное? Все что угодно же может быть. Вот, вот здесь этот проход. Вот, вот этот проход меня интересует. Так. На! Лук, короче, можно заряжать. Блять, какой-то доспех, что ли? Помойка. Привет. Спасибо. Я не знаю, может быть, руки дойдут, пройдем. Посмотрим. Блин, а куда же этот проход ведет? Что-то здесь должно быть в конце. Сейчас прикинь, придем, и там нет ни хрена. Может быть такое. Слушай, наверное, так и получится. Нет, есть сундучок. Есть. Так, пятый левел, хорош. Слушайте, ну здесь у меня вроде все везде... Ну у меня везде сейчас все вставлено. Во все эти, во все скиллы. Копим, копим, там можно улучшать. Так что как-то так. Слушай, ну не зря сходили. Мне интересно, сколько вот эта бомба дамажит. Ну, один раз я ее кинул, но кинул криво. Потому что она падает, еще и отскакивает. Вот. И... Может, ее вообще, слушайте, приберечь на какого-нибудь босса? Она же никуда не... Этот... Ну, типа, не скипнется, не пропадет. Наверное. Интересно, а бомба пропадает? Кто играл, кто шарит? Интересно. Найдите караван. Но я вот одного нашел. Аноним, спасибо тебе огромное. Да-да-да, я только что пробовал. Тебе весь чатик пишет, что ты тебе лука можно найти. В смысле, я же только что уже стрелял. Спасибо. Да здравствуй, пожилые квадратные снайперы. Спасибо. Не-не, я в курсе. А, ну то есть до конца миссии, да, ее можно таскать? То есть я просто могу с собой ее носить. Вообще идеально. Короче, я тогда предлагаю ее с собой носить. Во. Вовремя. Я предлагаю ее с собой носить, если будет что-то серьезное, какая-то заруба, то кинем. Интересно, какие здесь боссы, кстати. Как они вообще реализованы. Текс. Так, этот сундук мы с вами открыли. А чё так тихо? А чё за тишина такая? Подозрительно. Лови.
надо нахер. Ага. Найс. Айрон, спасибо огромное. Магия чтения велики. Смотрел вчера до конца твой стрим по четвергу. Полностью согласен с твоим выбором. Замуровали страшно, конечно, в космосе. Да это вообще жесть. Спасибо. Спасибо. Так, мне интересно, что вот здесь. Спасибо, Айрон, спасибо огромное. Добро пожаловать на стрим. А, это типа... Прикольно. Блин, нам бы лук посильнее. Я бы прям с лука начал шуровать вообще просто. Хайлюха, найди себе броню кролика. В самый раз для тебя. Агайда, сам кров. Может быть, ты? Другалетчик. Блин, павуки пошли. Ой, сорян. Бля, павуки это плохо. Павуков это очень много обычно бывает. Во всех игрухах. Найт, спасибо. Спасибо, ребят. О! Сыпануло. Это типа гоблина! Мать его, здесь есть гоблины. Говно, правда, полное, но выпало. Но, ну, кристалликов, кстати, насыпало нормально. Ста. Короче, надо искать вот такого поросенка с этим, за спиной, с сундучком. Так, вон вижу еще один караванчик сидит. Нихера ты что придумал? Да ладно. Хорош, пчела там вообще нормально решает. Так, пчелка. Хорошо. Это знаешь, у меня такое ощущение, как будто я за потовода какого-то играю. Так, тихо. Хорошо. Выпустили. Так, освободите селян. Один из пяти. Пошел. Два. Красиво. Три. Пчелы. Пас. Хорош. Дурак неумный. Так. Так, вижу, он еще селян. Хорош! Хорошо. Так, вот это, по-моему, последний селянин. Да. Или нет? Нет, еще один. Пчелка вот прям когда надо, она ни хрена не спаунится. Так. Есть контакт. Так, вроде бы все нашел. А это что, такие за штучки? Просто как растения? Хм, прикольно прячется. Так. Так, пойдем дальше. Так, селян мы с вами освободили. Мы с вами красавчики, это хорошо. Так, заборчик. О, ребята. Я понял. Держи. Ёпте.
Бля, пчелу бы сейчас. Было бы хорошо. Врываюсь. Жестко. Хорош, яблочко. Свининка. Кретрус. Когда будешь смотреть вещи на YouTube. 5 мая 21 года выйдет New World. Ждем, ждем, дядь. Я же говорил, я очень жду New World. Жду New World и ворвемся. Спасибо. Ну ясно. Кролик, например, ещё обзывается. Может быть, ты? Опа! Сюда. А это что за херня? Что за приколы? Типа тайник, что ли, какой-то? Хрен с ним, ладно. Так, у нас есть два прохода. Лево, налево и наверх. Предлагаю пойти налево. Давайте посмотрим вот налево вот этот проход. Ну, здесь, наверное, опять кладбище, да? На нахер. Ай, бля, не надо. Спасибо. Охрененно. Спасибо. Спасибо. Арм, спасибо, родной. Так. Так, там еще налево проход был. Спасибо из леса криперов. Ну, прикольно вы сказали, ребятки. Так, слушайте, ну здесь дальше прям такой серьезный проход. Я предлагаю еще вниз пойти левее. Потому что, может быть, там что-то есть годное. Пчелы при кувырке спавнятся. Да-да-да, я знаю. Но уменьшается скорость бега на время. И у пчел вообще, ну, дико рандомный спаун. То есть он может, может появиться, а может не появиться. Вообще непонятная какая-то херня. Не, коровки еще, кстати, этот дают, как его, припасы разные, так что надо здесь всех уканить. Так, здесь нет ничего. Слушайте, ну видишь, пустой проход, то есть есть, бывают, что пустые проходы. Никит, спасибо. Спасибо большое. Привет, тебе из Киева. Есть вопрос. Возможно ли доставка мерча? Да, выбираешь просто... Это будет никогда так. И если не трудно передать привет Никите Сумникову. Никите Сумникову огромный привет. Конечно, есть, дружище. Просто выбираешь, когда заходишь в мерч, тыкаешь, выбираешь там разных миллион способов доставки из Беларуси, в Украину, везде, ну, везде есть доставка, без вопросов. Так что как-то так. Нажми на М. Блять, нажал на М, проверяй. Так, пчелка, пчелка, тащи. Так, ну пока ни разу не умер. А, все, изи. Это дрон. Жестко. Слушайте, ну почти всех победили. Крутяк, плюс сундук. Воины едят бледную поганку, впадая в безумие. Чё, бля? Так, у нас плюс торговец. У нас плюс сундук.
Так, погоди. Стоп, выбор миссии. А что, что за торговец? Ёпта, а что столько стоит дорого? Ну, 79 кристалликов, ну давай возьмем, типа, why not? Те, кто сталкивается с противником, вооруженным снежным луком, ожидает стужи морозных, сковывающих все тело ветров. Давай. Давай возьмем. Ну, то, что он лучше моего-то, это 100%. Так, это сюды. Это сюды. Так, а что здесь есть? Небольшой шанс рикошета стрел от мобов. Ну, конечно, вот это. Так. Так, ну пока что довольно легко. Пока что. Пока что это... Ого. Ого-го-го-го. И куда? Жуткая... Пятый уже левел сложности можно выбрать. А как, допустим, понять, какие я закончил миссии, а какие нет? Как-то же можно бы это понять? А как, ребят, понять, типа, закончил или нет? Но здесь тот дикий вообще, дикий риск. Там галочка стоит. Это что, я только одно еще прошел, что ли? Да ладно. Подожди, ну я же вот леса сейчас прошел. Или нет? А, или это вообще я одну только прошел? Ай, ну давай. Миссия секрет. Жуткая крипта какая-то. Пойдем. Здесь, типа, можешь что-то насыпать, да? Сложность, а как назад? Так, сейчас, секунду, да-да-да, сложность не выбрал. Сейчас хардкорчик с вами запилим. Так. Ну что, давай на последнюю поставим, не знаю. Может, ну я не знаю, круче что-то выпадет. Ай, ну давай. Так, очень аккуратно. Потому что здесь сейчас будет прям больно. Спокойно. Так, куда идем? Давай наверх пойдем, пох. Хорош, изи левел просто. Не надо. Охренеть, тут дропа. Но это, видать, из-за сложности. Я так думаю, если они до меня добегут, то ничего хорошего из этого не будет. Кто-то мне так подсказывает. Чела вообще красиво просто деморализует их. Кристалла. Бля, не надо! Не надо.
Так. Вот сейчас рикошет был хороший. Так. Это начинает потихонечку, да, это? Начинает потихонечку. Пошла поганка, короче. Факел, типа. Сам спасибо огромное. Спасибо. Сделаем. Сделаем, ребят. Ты кто? Пойму, началось. Дернул и дернул. От души. Я не знаю, может поиграю. А, ни хрена не вижу. Найс байт. Блять, найс байт, на сундук. Как правильно, кирка или кирка? Кто знает? Кирка. В оригинальном Майнкрафте, ребят, я не умею. Я, если меня научите в него играть, давайте попробуем. Я не знаю, но если соберет это... Давайте этот стрим, ну, 1015 лайков. Можно будет? Что это такое? Ты чё? Саны, вы, блядь, вы... У вас нормально вообще все, нет? Слышите, мы с вами вообще куда зашли? Вы мне чё порекомендовали, пацаны? Блин, как же ледяной лук, а мне помогает. Он так будет больно. Больно, очень больно вы бьете, парни. Не, не зря мы сюда зашли. Хорош. Плюс очень много кристаллов здесь лутанули. Очень много. Так, вверх зачистили, здесь зачистили. Так. Хочешь прикол? А меч-то с двумя слотами чар. Кирка очень мощная, но скорость атаки у нее вообще мертвая просто. Я думаю, это очень плохая идея. Слушай, но в кирке, в ней, короче, есть прикол. То, что вызывать можно пчелок. Да нет, это медленно, ребят. Это нам точно не пойдет такая тема. Не-не-не. Я топор оставлю. Там тем более слоты на этот, на удары вот эти грома. Так что топорик мы с вами оставим. Бля, не то сделал. Понял, принял. Где пчела-то?
Два удара грозы. Мне нужен какой-то пассивный реген. То есть, знаешь, чтобы я бежал. Чтобы я бежал и постоянно хилился. Надо что-то вот подобное в этих поймать. Потому что пчела, она, ну так, знаешь, типа, она может появиться, а может и не появиться. То есть на нее надеяться не приходится. Это очень рандомная такая тема. Но с другой стороны, у меня есть 2 очка, почему бы нам с вами взять и не прокачать пчелок? Да? Шанс вызова 67%. Поехали. А вот теперь пчелки будут появляться гораздо чаще. 67% это больше 50 на 50. То есть это очень большой шанс вызова. Ну да, вообще прям приятно стало. Почему такое подземелье-то огромное? Пчелы. Пчелки, конечно, вообще на себя прям берут всю напругу. Они мало того, что напругу берут, они еще и разваливают очень нихреново. Блин, самое главное за криперами смотреть, которые взрываются. Самое главное. Что это такое? Рост? Чё, блядь? Зачарованный скелет? А, это типа элитки? Бешенство, скорость, чё? Элитки? Сейчас, мать вашу, серьезно? А я под грибами, мне пох. Мне пох, я. Изи. Типа все. А, вон. Ой-о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 й. Так. 17:42. Ну, хз. Нажми на вешалку в инвентаре и нажми в лагере. Когда выбираешь уровень, на кнопку вверху, там есть локация. Окей. Оставлю. Оставлю как есть, ребят. Потому что морозный дотащит. Морозный лук он решает, ребят. 5 лайков, спасибо. Спасибо, ребят. Ты, кстати, напиши, какая была твоя самая первая игра в комментариях. Ну вот реально, вот как, в какую игру ты вот самую первую играл? Неважно на какой, там, на плойке, еще где-то. Какая игра была самая такая? Кирка какая-то прям очень мощная. Слушай, а какая у меня была первая игра? Слушай, ну на Денди точно. Знаешь, какая, наверное, Duck Hunt? Там по уточкам надо было стрелять. Точно. Жень, привет. Привет. Давно не слушались.
Наверное, надо. Скоро повторим, не только из Сочи. Ну, почти. Желаю всего самого хорошего. Может быть, как-нибудь дойдем. Но Сочи, это, ребят, только начало было. Сочи, я, если честно, я сам до последнего не верил, то что, ну, мне хватит духа все это сделать. Вот. Так что Сочи — это такой стартовый контент. Но мне дико это понравилось. Так что сейчас вот эту вот полоску донат соберем и как раз поедем тоже в Сочи. Но я хочу уже постримить, то есть стрим, то есть со стрим рюкзака будет. Короче, на пальцах вам объясню, кто не знает, кто не понимает, о чем я говорю. Это будут стримы лучшего качества, и интернет, короче, не будет отваливаться. Так что это очень дорого, но очень, очень круто по качеству, конечно, стрима. Так, здесь мы с вами были. Теперь мы с вами пойдем в верхнее крыло. Слушай, ну локации здесь просто огромные, подземелья. Верхнее, вот сюда вот нам нужно. И вот сюда вниз мы еще не ходили. Ни разу еще, кстати, не умер, да. Так. Легчайше. Сталкер была первая игра. Not bad. Чё за звуки? Схерали здесь пол-то проваливается. Может, сундук какой-нибудь? Что, реально пол проваливается? Закрыто. Чё это такое? Блять. Пошло. Нихера себе, пацаны. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тихо, 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 тихо. Тормози. Стопы, родные. Пчёлки. Пчелки, тихо. Спокойно. Врывай! Ай, пошел, 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 пошел. Туши всех под грибком. Хорошо. Хорошо. О, еще и сундук дали. Со сказками. Отлично. Так, ладно, дроп потом посмотрим. Ни хрена себе. Понимаю. Зачистка подземелья без смс регистрации. Не надо! Страшно, блядь, очень страшно. Но я пока живу, я не, еще пока не умер. Так. Что за звук? Что происходит? Ворваться?
Можешь ворваться? Я сейчас ворвусь. Я ворвусь! Сука! Под грибком! Блестящий. Ага, вот двери открылись. Ага, 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 ага. Там упало. Блин, оно пипец какое длинное подземелье. Так, стоп, вот здесь что-то стоит. Какая-то штука. Что это такое? Мне сейчас сердце ёкнуло. Вот это я удачно зашел. Залп в честь тех, кто подписался и лайк поставил. Так, братцы. А здесь вот этот лук уже он, наверное, бодрее, да. Ледяного. Во-первых, у него есть вот такие вещи. Да, я бы, наверное, снял. Давайте почитаем. Скорость вашей атаки. Чего? Ни хрена себе, ну-ка. А ну-ка, 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 ну-ка. А ну-ка сюда. А, 10%? Не, это лажа. Это проще тогда вот такую вот вещь сделать еще. Рикошетная бомба. Понимаю. Да-да-да, я рикошет и бомбу взял. Что прям вообще... У, сука! Ай, бля, не надо! Мама, я живой! Я живой! Дурак, на мосту давай не будем биться. Пойдем же. Сейчас, сейчас, ребят, как прочитаю донатик. Сейчас, сейчас, братцы. Константин, спасибо. Ну, это самое главное, что вы чилите. Слушай, а может, еще какой-нибудь мне сундук дали? В центре, в центре, в центре, в центре сундучок. Давай, 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 давай. Да тут эти сундуки не надо пропускать. Хорош. Разваливаем просто. Как из пулемета. Профессионализм, ёпта. Не пропьешь. Я вот здесь, правда, не знаю, куда идти. Но надеюсь, я... Врывай! Не знаю, куда идти, но надеюсь, я правильно. Ни хрена себе. Нормально, крутанулся. Так, вот здесь сейчас мини этот будет. Сейчас они появятся. Да-да-да-да-да-да-да. Знаем мы уже ваши эти приколы. Опа, смотри, прикол. Бам. Врываемся. Пошел, 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 пошел. Ой, бля. Ой, бля, не надо. Не надо. Нихера себе лучников. Пацаны, ну его нахрен. Вот это сейчас было очень опасно. Врыв сейчас мог пройти. Очень печально. Помянем пчелку. Так. Сила! Я верю в тебя! Я верю в чудеса! Хорош.
Что-то это... Вера у меня как-то немного подпропала. Нормально, нормально. Врываюсь. Блядь, слабо. Нет, 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 нет. Бля. Тихо. Нормально, нормально, нормально. Пчелки там, пчелки, пчелки. Нифига в меня навтыкали. Слышите вы, демонюги. На, лови. Так, все, поехали. Бам. Пошло, 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 добро! О! Не считается. Я пытался. С почином, ёпта. Я ворвался, я героически, блядь, героически ворвался. Я так думал, хотел. Не, ну а чё они такие? Лютые-то. Бан. Взорвали. Слушай, а здесь в конце вот этого должен быть босс, да, какой-то, я так понимаю? Разваливаем, разваливаем. Хорошо. Я так думаю, что здесь какой-то босс будет. Так, ну здесь сундук, понятно. Это мы уже знаем такие. Чё они так дамажат сильно? Левел. Давай, Вася! Блестяще. В некоторых миссиях босса есть, тут нет. Обрадовал. Хоть на этом спасибо. Так. Забрать. Какое-то, кстати, достижение только что открыли. Каждый раз, когда вы тратите жизнь, ваше максимальное здоровье увеличится. Блин, ну это прикольная, кстати, тема. Но нет. Не, пока я пчелок пока не готов скипать. Там чуть позже будет босс сложный. Подожди, ну а здесь вот куда? Никуда, что ли, идет проход? Сундучок. Сундучок, это хорошо. Подожди, а где же у нас основной этот проход получается? Тогда внизу по центру, что ли? Так, наверное. Так, я бы, знаете, что поставил? Сейчас, секунду. Что-нибудь сейчас сек. Вот такой вот, чуть для атмосферы. Опачку. Блин, ну начало очень сложное. Это еще я поставил пятое, да, по-моему, даже не шестое. Микро почини, да. Спасибо огромное за совет. Спасибо, Гор. А где же проход? Или внизу?
Слушайте, а наверное мы внизу, да, с вами оставляли проход? Да, вот он сундук, вот он вниз. Стоп, вон там он еще есть мобы. Да. Вот он, наверное. Еще одну взял. Эта коробка, мне кажется, она накрывает, я не знаю, сколько, половину локации. Кстати, а ну-ка раз. А ну-ка. Вообще дикий меч какой-то выбили. Он еще и, кстати, быстрее бить будет сейчас. Мы с вами, знаешь, что поставим? Ослабление врагов. И плюс еще и вампирик, короче. Ну, 5%, извини меня, ребята. 5% это тоже ни хрена не мало. Это нормально, 5%. Блин, мешается постоянно вот эта коробка. Ее надо прям почаще использовать. И самое главное, что я им режу урон. Я тебе сейчас скажу, насколько. Мне даже интересно. На 20%. Ни хрена себе. Я думал, там 5-6% урон будет резаться. Там прям вообще конкретно он резался. Так что... как-то так. Решайте, хорошо. Блин, главное, чтобы крипера нигде не было. Потому что если он будет, будет все печально. Найс, порвался. Молодой. Чё за имба? Охренеть. У меня одна жизнь осталась. На эту локу. Причем они вообще ничего не дали, ты понял? Они дали опыт. Опа! Счастливый полет, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Последняя жизнь, типа, будет ГГ. Так, погодите-ка. Давай, давай, другалечек. Давай, врывайся, все, жестко.
Вообще жестко, ну мужика, ну мужика, блядь. Ай, бля. У меня все получится, у меня все получится. Ай, бля. Ай, бля. У меня нормально. Ай-яй. Это было больно. Хорошо. Легчайше. Да, кристаллы, конечно. Кристаллы, конечно, просто так не заработают. Ну, косарь, косарь, ребят, уже налутали. Я думаю, что мы сейчас с вами что-то очень интересное замутим. Ага. Я думаю, что сейчас у нас получится. Что-то, может быть, имбовое купить, кстати. Может быть, крафт здесь какой-то в игре есть. Я, правда, пока не знаю. Но, может быть, что-то и... Что-то и удастся. Блин, криперы эти вонючие. Ага, прикольно. Почему мне одному напоминают криперы этих, как писюны, знаешь, такие? Не одному? Как-то у меня такое испорченное воображение или что? И теперь что самое забавное. А где проход, никто не знает. А, ну конечно, да. Ага. Что еще придумаешь, другалечек? Поехали. Я думаю, что... Аж здесь слева, что ли, вот здесь. Слушай, да, наверное, вот этот вот проход. Да, вот он. Здесь даже как раз нет никого. Жесткие ребята. Короче, это прям полноценный данж. Я вам серьезно говорю. Прям вот прям дико полноценный данж. Давай. Хорошо. В смысле, а кто еще живой-то? Вижу, что кто-то убежал. Или мне показалось? А как он туда улетел-то? Эй! Ни хрена себе ты на это. Шустрый парень. Окей, давайте догоним его. Не, ну сундук. А как он туда улетел? От взрыва, что ли? Да ладно, если он сундук не дали. Прикинь, нет сундука. Да ладно. Ну ладно, ничего страшного. Вампирик спасает, вампирик вообще люто спасает. Вампирик обязательно нужно прокачать на топовый левел. 100%. Короче, я не знаю, чувачка этого я не вижу. Куда-то он убежал. Убежало 3, ну ничего страшного. Сейчас найдем. Мать, это мобы с Диабло. Это прям реально мобы с Диабло.
ну давай. Давай, выходи. Мы ничего не видим. Ничего у них не получится. Че это такое? Не-не-не, выходить пока рано. Подожди. Погоди, мать. Мы еще с вами здесь чуть-чуть не дошли. Может, в уголочке что-то есть. О, варил же. Ага, ни хрена, блин, не спасает этот. Не, ну хотя как не спасает. Обжор против слабых мобов он точно меня спасает. Потому что вот эти по два, по три он нормально накуривает. Да, изи. Легчайший сундук. Вкусно, очень вкусно. Так, ну чё, изи с вами закрыли подземелье. Хорош. Подземелье закрыто, но мы отсюда... Блин, да мы до хера отсюда что вынесли? Извини меня, есть одних кристаллов сколько налутали. Поэтому закрыли. Но босса нет, прошу заметить. Подземелье, босса нет. Лёх, ответь, можешь аниме? Скоро на Neverland пойдем смотреть. Там уже ребята мне проспойлерили то, что вышло уже 4 части. 4 части, 4 серии новых. Вот так что я с большим удовольствием ворвусь. Кстати, грибочки дают еще и ускорение. Бежишь быстрее. Ага. Бля! Просенок! Не вздумай даже никуда свалить. Эй! Блестяще. Ау! Да-да, про демонов и детей, да, этих, которые мы до этого смотрели. Мне очень зашло в тот раз. И там я говорил, то, что выйдет новый сезон, посмотрим. Я вот как раз сейчас приехал, очень хочу посмотреть. Прям очень хочу глянуть. Потому что, ну, там что-то должно год должен быть. Потому что я даже помню, на чем остановились, то, что они сбежали. Да, сучья магия там. Врывай! Ну, сука! Давай-давай-давай, вдалечек, давай. Нормально, пойдет. Блин, у меня последняя жизнь, главное не умереть. Главное не умереть, главное не умереть. Самое главное, это не умереть, потому что я так понимаю, если ты пойдешь и упадешь, ты потеряешь весь дроп, вообще весь, который у тебя есть. От слов совсем. Так что как-то так. Это прям очень круто. Очень хорошо. Так, ну что ж. Спасибо, ребят. Спасибо за актив. Добро пожаловать на стримчанский. Спасибо. Спасибо. Так, а мы пока с вами двигаемся дальше. Фонарь, покрытый песками какого-то далекого места, позволяет тому, кто держит его, вызвать существо... Ля, бля. Ля. Это у меня теперь целый зоопарк будет. Так-то. Вы можете потратить души, чтобы вызвать удар молнии по площади. Да не, меня вроде и так с луком хорошо. Давай один раз обновим.
Да не, весь дроп мы и так с вами выбьем. Что это за херня такая? Дроп, ребята, так выбьем. Так что, я думаю, даже не стоит заморачиваться. Но миссию мы с вами прошли. Да, я так понимаю, вот, да? Так. И куда нам дальше? Я так понимаю, в любое, что ли, место? Леса крип... Стоп! Ребят, ну леса криперов я же проходил. А почему, почему здесь нет галочки? Братва, есть у кого-нибудь инфа? Шахты красного камня. Шахты красного камня. Сюда, что ли? Ты думаешь, сюда? Ну смотри, вот это вот закрыто. Завершите тыквенные пастбища. А, ну здесь типа сундучок. Все, я понял. Короче, я предлагаю, давайте вот сюда щеманемся, прям на максималке. Я очень надеюсь, то, что я живой оттуда останусь. There are unsettling rumblings in the mountains of the overworld. Whispered rumors say the villagers are building something dreadful far beneath these ancient mines. Something of soot, metal and flame. Only a hero such as yourself could brave the cavernous underground and uncover the truth. Вычерки. Не, ну может что-нибудь дропнется, пока до босса иду. Давай попробуем. Блять, страшно, очень страшно. Главное, чтобы криперов не было. Это самое главное. Прицеп, все, да? Что это такое? Что это было? Здорово, пацаны! Да не, нормально они бьются. Во, мы души пока собираем. Видишь, я теперь души умею собирать. Ой, бля. Души, видишь, теперь летят. И, короче, когда душ будет много... Когда душ будет много, твою мать! Бля, и как до него дойти-то? Все что ли, да? Наигрались, пацаны. Не, погоди, бля. Че у них не получится? Нормально, нормально. Все, хорошо! Пошел! Жестко! Хорошо! 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 Врывай! У, сука! Помогите. Я рано сюда. Нормально! Сейчас вызовем. Бля, когда душу-то можно вызывать? Алло! Эх, вот бы что-нибудь бы выпало, конечно, куда... Было бы классно. Thank you.
хрена себе ты их спаунишь. Не знаете, что интересно? Что делать вот конкретно сейчас, когда стрелы закончатся? Врывай! Не надо. Блять! По-моему, мне сюда рано. По-моему, мне сюда очень рано. Хотя, может быть, просто это так попалось. Может быть и такое. Глядите, но опыт здесь неплохо идет. Легчайший, просто легчайший. Максимальный уровень сложности. Не ощущаю. Очень нужно дроп найти. Просто срочно, экстренно нужно найти дроп. Как угодно. Не знаю, наплакать, наныть. Но нам с вами очень нужен дроп, братцы. О! Нормально. Все под контролем. Наверное. Нормально, 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 нормально. Пацаны, сейчас. Сейчас зарешаем. Щелка появится. Я понял, что туда еще определенно рано идти. Чувак пишет. Я это, говорит, проходил с первого раза. Ничего у вас не получится, я все равно их переиграю. Просто на максималке. Так, все, вот здесь у меня точно все получится. Все будет хорошо, я в это верю. Вампирик прочно качать. В болотах вообще изи все проходит.
правда? Вы же меня не обманули? Тут тоже босс. Настя. Нормально. Сейчас, мужик. И что мне это дало? Ты думаешь, попугай меня спасет здесь? Будем надеяться. Я на это прям очень сильно надеюсь. Интересно, что попугай дает. Короче, на максимальном хардкоре играть очень больно. Но типа, наверное, выше шанс дропа, да, я так понимаю. Но это не точно. Нормально под мощью зашли. Прям четко. Видел, сколько там мелких? Ты
Охренеть. Жесть, урон просто. Вот и кто здесь. Бодрит. Вообще решает просто очень жестко. Там реально очень жестко накуривает. Очень жестко. Я так думаю, нужно все равно ставить средний уровень сложности и играться. Короче, как-то так. Ну что, ребят, я тогда предлагаю сейчас, не знаю, может быть, пойти врубиться во что-нибудь поактивнее. В принципе, сегодня тоже такой довольно у нас долгий стрим. Может быть, пойти зарубиться. Я сейчас админам, ребятам, тогда скажу, чтобы они заменили название. И пишите, да, в комментах, типа, ну, интересно вам, неинтересно, по-моему, ну, офигенно заходит. Можно пойти... Давай, давайте, да. Давно не было КС-ки, сегодня такое. Ну, я зашел, на самом деле, так, чисто раскликаться. Почему бы и нет, как говорят. Так, сейчас я кое-что здесь сделаю. Че у вас вообще, как дела? Я бой посмотрел, не сейчас. Попозже, может, по вечерочкам. Завтра у нас съемки тачки на розыгрыш, так что завтра очень такой день у нас. День у нас такой напряженный. Так что как-то так. Текс. Может, в GTA-ху залететь или в CS-ку? Я не знаю даже, во что лучше. Типа вообще хз. Ну, погнали, да, погнали. Так, сейчас, секунду. Угу. Голосование в телеге сделай. Да, хз. О. GTA-ху думаете? Не, GTA-ху впадлу. Я сейчас GTA-ху буду делать. Там напрягаться что-то очень долго, типа такое себе. Так что как-то так. Ой, я не знаю, может быть вечером сделаем, но такое под вопросом. Не знаю. Ютуб мне такой прикол отписывает, типа, короче, типа вообще нет оповещений о стриме людям. Ребята, у кого-нибудь хотя бы вообще хоть что-то пришло вообще, хоть куда-нибудь? Или Ютуб что, вообще решил задушить канал? Я не знаю, мне даже интересно, где мы так не угодили Ютубу, что, типа, может быть, в связи с этими митингами, со всякими, со всей этой блевотиной такая херня? Типа, у всех сейчас каналов происходит, но это реально у многих, очень у многих. Ну, ВКТГ, то есть... Не-не-не, ВКТГ пришло, но... Здесь больше даже интересно...
Ага. Не, от Ютуба именно, от самого хоть кому-нибудь приходит оповещение? ВК, ТГ, это понятно, братцы. А именно от самого Ютуба? Или вообще ни хрена? Hello, guys. Найс, блять, у меня голос отключен в игре. Я понял. Через VPN только. Лёха, привет. Почему нельзя оформить сумму из Украины? Переиграно. VPN, мужик, помощь. Я не знаю, почему YouTube так придумал. Понимаю. Спасибо. Да, может быть, поиграем. Посмотрим. Он реально за ним бегает? С разрешением 1280 на 1024 игра. Почему-то голос, да, отключен в игре, это очень странно. Вроде такого не должно быть, ну пох, ничего страшного. Как там тиммейтов размутить? Не помню. Это сильверы? Не, лемы. Лемы, беркут. Может, супримы.
Плен бомб. Я понял. Это сильный аргумент. Дави градик с CS-мани, по-моему, вывел. У меня на CS-мани бабки были, надо раскидать их, короче, вывести. Что там что-то порядка 7-8 тысяч долларов валялось. Так, секунду-ка. Сейчас, братцы, откуда лосы такие, я не пойму. Сейчас, сек. Реги нет, пульс сейчас, секунду. И лосса в игре. Может быть и нет. Но лосс 1-2 это ГГ, это Габелла. Хотя, может быть, от серваков тоже пляшет. Да, нет, интернет вроде нормальный. Странно. Странно, откуда лосса? Ну, у меня бывают такие, конечно, дни, типа то, что эти пропуски идут. Но я не знаю... Можно, можно на фасик пойти. Когда... Ребят, вопрос когда не задавайте вообще в чате. Типа, нахуя его писать? Мы играем еще по кайфу, то есть, и... То есть, когда... То есть, у нас каждый стрим там, блядь, получается, что одни и те же люди заходят, блядь, и говорят, когда. Что за хуйня? Это, типа, ну, такое себе. Че сегодня? Я сегодня, кстати, в студии ночевал. Сегодня что-то мне вообще не спалось. Прям вообще дико. Фасик с Легионом я не потяну сейчас. Надо раз этот, как его... Надо разыгрываться очень долго, ребята. Они же катают на 3-4 тысячи элла. Мне это надо очень-очень подготавливаться, чтобы не руинить. Сегодня ты тише, чем обычно. Да я что-то херово выспался, спать охота. Поэтому сижу так, знаешь, чисто на чиле отдыхаю. Может, сейчас вообще в пое пойду посмотрим. В пое вообще засесть. Как раз, знаешь, соляну под такое настроение. Так что как-то так. До скольки стрим? Вообще в душе не ебу. Завтра, потому что, скорее всего, стримов не будет, или он будет поздно вечером. Так что как-то так. Бля, канал вообще меня просто... Меня реально, говорю, я не понимаю, как это работает. У меня сейчас партнерка просто, блядь, с этого бомбит вообще ужасно, типа... Рекомендации, оповещения вообще нулевые. Причем что на одном, что на втором канале. Блять, фасик висит. Вы что, не пойму, угораете что ли? Я не пойму просто, с чем это связано. То есть, кто так успешно канал душит? Он типа, ну, мне сказали, теневой бан, это недолго. Но, блять, уже недолго это длится. Я не помню, сколько он уже, сколько он уже идет. Уже очень долго. Поэтому, ну, я надеюсь, то, что да, все окей будет. То есть, сказали, просто наберите терпение. Ну, блядь, терпение — это понятие очень растяжимое. На Ассасине 15К, прикольно. Спасибо за инфу.
Сегодня, ребят, играю во что по кайфу. Так что, как-то так. Маунт. Ну, не знаю, типа хз. Я очень в GTA-хе соскучился. Я бы сейчас, если честно, или в GTA-ху, или еще во что-то такое залетел. Так что как-то так. Пока не знаю. Почему у меня, блядь, голос отключен? Алло. А что это за прикол с голосом? Почему голос в игре отключен? Как он voice scale, да, по-моему? Раз, 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 слышно меня? Здесь, кстати, лоссов нет, поэтому это очень хорошо. Voice enable вроде тоже. Блять, voice enable вроде был выключен. Спасибо. Я что туда. Voice enable, прикинь. Я на ноль ставил почему-то. GTA новый сервак, там еще два будет. Там еще два будет. А, два стрима и мы погнали. Hello, guys. Hi, guys. Не, слушайте, здесь лосы тоже есть. Это значит интернет. Лосы здесь тоже прыгают, вижу. Блять, не то дело. Mid and short. I play A. I go B. Yes, fucking serious. Nice. Give you back, bro. Okay, thank you. Play. No problem. Come on, chop. My key, because... Incendiary out. Throwing smoke. Mid clear. Throwing a grenade. Laying down smoke. Beyond that.
All ramp. Boom, ramp. All five ramp. Low one. This side already, two guys. Nice. Come on. Харда из Блюгем. Да, еще остался. Мега 3 ассист. 3 ассист из раунда. 59, 52, 45. Да там много чего еще осталось. Не выпить гранит. А название стрима кто-нибудь поменял? Админы есть вообще на стриме? Hello. Yeah, I'm here, sorry. You know smoke, Palace? I'm sorry. What is smoke? Pit. Smoke safe. Mid. Palace. How? Me, the up noise. Palace. One was Palace. Window, ladder, short. Have one, please. Okay. Найс, пацаны подблочили. Как дела? Нормально. Bro, you here? That's okay? Я могу сказать привет Ютубу? Да. Передаю привет своей маме, я очень ее сильно люблю. Ты чё, Фиолетовый, стримишь? Да, маленько, да. Понял, и как? Да, только начал недавно. Ну, удачи тебе. Спасибо. Спасибо, fix your internet, bro. Хорош, хорош. Ram dead. Ram, it's A. Блять, сидишь, ждет, сука, а? Ram low HP, very low. Мету. Пару. In ram, and more thematic. One is low. Левел какой-то невысокий, я соло играю, пятый левел, пятый шестой. Настрой. Дроп один, Гагара. Спасибо. Арро. Гофер. Стоп, сби. Это изи.
A flash and smoke. Nice. Nice. Smoke. Come on, come on, guys. Nice, bro. Ramp, ramp, one. The left one. Last one, one ramp. Incoming, life. He's low. Don't die. Don't play, don't play. Nice one. Nice. Oh, please. You want to play? Or I play with you? Yeah, yeah, come on. Mm-hmm. Thank you. Can't play too late, you will have this spawn for now. Приятно. I'm only done. Okay. Play short now. Be steps. На B с мы прыгаем. One para. Dead. One more. I'll go B. Stay A. It's B. Еще один вы. Бомби, бомби. Ху я не вижу, блядь. Ловочка и он. Потонулся. One ups. Спасибо, ребят, за спонсор. Nice. Ну, на вапу не подберет. Красиво. Не успеваю в окно, кстати, по-моему. Смок, эй, сиди. Охуенно. Смок, сиди, эй. Фанасфер, он не какой любимый дигл, который у меня в руках. What the fuck is this? Help you, meet. Nice. Bombi, I'm back. Nice. I never told me again. One more falling. No, no, stairs one. Oh, near con. And stairs. Спасибо, Миш.
Миша Новгородский. Спасибо за полтос. Флешей. Флешей. From mid. Mid. Check. Просто форма. Шоп. Охуитель. Эм, он, блядь, типа, ну, это чё? Что это? Окно, второй на миду далеко. Что это за хуета? Very low HP on chair. I'm third nature. Go on, going in. Stay. Hey, hello. Low HP. We have grenade. Я горю. Не горю. Я чили сижу. Флешей. Рамп аут, Тетрис. Что-то он исполняет вот этот тип. Прям конкретно исполняет типок. Дайте-ка я свет выключу, почили. Сейчас, сек. Угу. Флешеный. Так, сейчас, секунду. Мид. Мид, надо, one mid. Ну, это мид 2 коннектор. Fucking purple, it's epic. You take purple, you take, you have M4, bro. You have M4. One is low. Ești pulete, bă.
I stay. Стрим снайп, да пох, это, ребят, я не, ну, не на это, мне на игру сейчас пох, я сижу просто, если честно, немного тильтую с того, что, блядь, ну, канал душится ютубом. У меня прям, блядь, жопа с этого горит вообще, прям люто, если честно. Флешей. Смокой. То ли вообще хуй забить. Сделать, блядь, новый канал и все, и вообще не париться. Бомба. Don't die, come from behind. Morty boss. Видеокарта 3090. Да не, не, аниме, я не горю, я просто констатирую факт. На основе уже 4 месяца, как в теневом бане канал. Я типа хз, то ли YouTube решил, ну, старые все каналы кикать и новые. Не знаю, правда, блять, как это работает, это вопрос. Ну, то есть ты стараешься, готовишься к стриму, что-то делаешь, блядь, что-то придумываешь, и, типа, ну, YouTube такой, а, ну да. Ну да, ну да, блядь. Флэш пит. Ол пит. Не вон бан, это когда не рекомендуется канал и оповещения не приходят, то есть, ну, не рассылается уведомление о стримах вообще никак, от слов совсем. Поэтому как-то так. Ну, то есть, чтобы вы понимали, то есть, чтобы вы, допустим, понимали, этот, как он называется, блять, короче, стрим, где мы прыгали, ну, в Сочи. По идее, он должен был набрать, ну, где-то в районе, ну, 70-80 тысяч онлайн, вообще на изи. То есть, мне даже партнерка сама об этом говорит. Да, блядь, все это понимают. Ну, типа, просто, видишь, YouTube. Короче, это очень просто, знаешь, как проверяется? Типа, вот эти мои слова. Короче, чтобы вы понимали, с того стрима народ еще и отписало от канала. То есть минус 10 тысяч, блядь, подписчиков за стрим, который набрал 200, блядь, 30 тысяч просмотров. Вы вообще осознаете, что это такое? 230 тысяч просмотров набрал стрим. И мне пишут потом то, что, типа, с этого стрима пришло что-то в районе, там, 40, что ли, человек. И я такой, типа, блядь, все понятно. Вы просто представляете, если б, ну, вот это вот... Вот это бы вот все наоборот продвигалось. Это был бы просто пиздец. Контакт B. Okay. Ну, если бы нормальные уведомления, ребят, приходили... Раньше вот нормальные уведомления приходили онлайн, был 30-40 тысяч. Дефолт. Сейчас он просто... Я думаю, вообще нахуй надо новый канал создать. Short one. Потому что новые каналы, они не попадают в теневой. Лего. 4B играет. Шот. Не, Ютубу, nice, Ютубу без лука писать. Геймс тоже, да-да-да, оба в теневом бане. Ну, прикиньте, на 500 000, блядь, подписчиков приходит уведомление, вот только те, кто на стриме. А люди многие заходят, говорят, типа, блядь, я уже вообще забыл. Типа, забыл уже, когда последний раз
приходили уведомления, то есть кто-то говорит, вообще я думал, там ты уже давно не стримишь. То есть, ну вот вы понимаете. Не, удалять его смысла нет, просто либо тематику изменить, то есть, ну, сделать обзоры игр просто, а стрим-канал другой сделать. Они прямо идут сюда за мной. Видишь, он прям вот он бежит за мной. Долбоёб, блядь. Да, похуй. Или реально забить вообще хуй и в какую тему мошку уйти. Nice one. Тулси помаз, бро. Слишком много стримеров стало. Не все ждать. Потому что раньше мало было стримеров, раньше миллионники стримили. О чем ты вообще говоришь? Ебать. Здорово. Здорово, дядь. ВТФ. Это скилл, ёпта. Говори. One kitchen. Info. Short. Пиздец, блядь. Short and city. Short. Сука. Jungle, maybe jungle. Maybe. Да, блядь, джангл и сити, ёпта. Сити. Nice one. Nice. Can drop, guys, okay. Take it, please. Holy shit, let me see. Yep. You're a rich guy, right? Yep. Let's go! Like Pablo Escobar? No, Vladimir Putin. You are from Russia? Yeah. Okay. Pablo Escobar, bro. Triple, triple box one. What? I'm sure. Когда релиз ММОшки? В мае, по-моему. Блять, только что люди говорили, 20 какого-то...
Парни, кто там по New World шарит? Window right? Хуя вы, блять, выходите. Красиво. Реально при твоем онлайне на стримах должен... Конечно, конечно. Ну я говорю, раньше так и было. Просто сейчас вообще, я говорю, оповещалки не приходят. Вот у меня, смотри, вот жены телефон, ноутбук дома, планшет у малого, никуда не приходит вообще оповещение. Вообще. От слов, блядь, совсем. Да не, ну, самое главное, похер у меня, то есть я вижу по... Ну, по людям, в Дискорде, в комментариях, то есть люди пишут, вообще уведомлений ноль, блядь. Раньше, помнишь, баны, блядь, были, банили все налево-направо канала. Потом... Сейчас такие баги. Но я думаю, что это недолго. Да, оповещение через неделю он есть, кому приходит. Я ж говорю. С него и бан дают, просто политику толкают, блядь. Все. Вообще нихуя не парятся. Ой, бля. Ну это знаешь, как сделано? Это в основном баны такие получили каналы, которые постоянно день в рекомендациях были. То есть у меня в трендах же все видосы всегда были. Ну, естественно, наверное, кому-то помешали. Хуй знает. Куда виградиент? У меня двоих. Да похер на виградиент, главное ножи вот эти. Черт, ножи стоят все по полляма. 500, 600, 800. По-разному. Блять. Надо будет извиниться перед пацанами, потому что 100% нас снайпер. Чем играет, знаете, блять. Буст. Буст винду. Шорт ван. Ван раб, ван шорт. He was on deep short. I don't think that he could go ladder. Man, fucking bomb. One day it is no more. Ебать, я лох, блядь. Рампа еще. Пустите за это, не бегам. Сэнти, сэнти. Камон. Рамп. Все, он шифтов мяч. Бля, на первом месте что ли? Да ладно. Рик, спасибо огромное. Я вообще оповещение приходит. Да я говорю, это общая, блядь, проблема. Хорошо.
Хорошо. Мальчишки и девчонки, тара-да-ра-та-та. Также их родители, тара-да-ра-та-та. Веселые истории. Тара-да-ра-та-та. Флэш? Бум. Нерпит. Веселые истории, экран покажет наш. Веселые истории в журнале. Я алкаш. Пара-па-па, пара-па-па-па. Пау. Ну, чтобы вы понимали, раньше я не делал вообще оповещения о начале стрима на основном канале. То есть ни телеграммы, нихуя ничего не было. Мы уже сейчас вот об этом говорим уже сколько времени. То есть, ну вы, блядь, ну вы представьте, насколько жестко YouTube он. Просто он просел. Ебать. Эй, Кля, камон. Эй, блядь, что за смог? Высокопрофессиональный. Фускинг бомб. Я не боюсь. Причем, да, одни и те же стримы, когда приходит оповещение, допустим, 5-6 тысяч онлайн могут собирать, там, 7, там, по-разному. Твою мать, вы что творите-то? Вот. Quattro kill, найс. Но я вам так скажу, это всегда все временно. То есть, ну, на Ютубе это такие канители, они всегда все, ну, временно бывают. То есть, они ненадолго. Go, бля, пацаны, играть I'm будем, чи да, чи нет? Ар. Maybe B? Я вышел. Thank you for drop. I'm sorry. Тебя нас мало? Не-не-не. Мне, еще раз говорю, мне онлайн похуй. Здесь вопрос в том, что, ну, новые ребята, они не знают про новый контент. То есть сейчас реально вот контент, вы знаете, вот 20-й год он был застойным, пиздец. А сейчас контент, он просто, ну, он охуенный на канале. Вот это travel контент, экстрим контент. Вы не представляете, сколько в это усилий вливается. И, конечно, хочется, чтобы, ну, люди это увидели. Потому что это реально, блядь, это очень круто. Инфа. Чавой. Топ мид. Камин. Ну, сейвинг. Он тебе спал, maybe. Угу. Где же ты, студент, игрушку новую нашел? Не думал, не гадал. А девочку мою увел. Что же ты, студент? Меня никак ты не поймешь. Та-та-та-та-та-та-та. На нахуй, въебало, блядь. Пизда, горим, пацаны. Твою мать. Страшно, блядь, очень страшно. There is open middle, there is open B. Да, да, только старые видосы. Да, да, да. Вот, вот все про одно и то же говорят. У меня иногда, знаешь, в рекомендованных всплывает.
годовалые, блядь, полугодовалые какие-то видеоролики. Думаешь, чего? Ахайо? Вот это вот хуйло точно играет с дерьмом с каким-то. Он не мог, вообще по мне не было инфы. Просто ноль, блядь. Вот этот вот хуй мамин получает репорт 100% на фасике. Каждый раунд он выходит. Ну, похуй, я без задержки играю, как бы здесь вопросов нет. У меня все данные есть в профиле, поэтому... Вопросов нет. Ну, я считаю, достойно отыграл. Один к двум почти. Один к двум, два к одному. Ох. Ла-л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 а
Low HP. GG, good luck, guys. Thank you. Good luck, GG. Хорошо. Неплохо. Неплохо отыграно. Хорошая такая чильная игрушка. Получилась игра. В максимальном релаксе. Сейчас, секунду. Привет, Костя. Блять, что за... Сейчас, секунду. Чё за прикол? Сейчас, секунду. Привет, дядя Лша. Почему привет. Без камеры? Камера села. Не, не камера села, просто падла. Настроение. Бля, в аккаунт зайти не могу, лол. Сейчас, секунду. Чего, блядь? Сейчас, секунду. Сейчас, ребят. Что-то в аккаунт я не могу ни хера зайти.
Блять, что за хуйня, подождите, с аккаунтами? Что это за прикол? Ща, ребят. Короче, давайте, ладно, я перезапущу. Там дальше посмотрим. Все, ребят, сейчас попозже немножко запущусь.